Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Фурис. Господи, какие же лаги в этом приложении. Ладно, короче, обзор на мод New Revolutions. Я надеюсь, все будет нормально. Значит, главное меню, код Bloody Europe. В принципе, выглядит все прикольно. Давайте нажмем играть. Новая игра. Так, вы, возможно, видите мой курсор. Давайте его спрячу вот сюда вот. Так. Вот что тут есть, это сценарий современного мира. Сори за вот эти черные вот эти полосы, ничего поделать с этим не могу. Так, хорошо, возможно, я близко к микрофону, еще раз, сори. Так, 92-й год, 2000-й, крах демократии, что? 2000-й год, подождите, там Советский Союз, да? А, крах демократии, это альтернатива, господи, а я не так понял, воу. Блин, это прикольно. Так, давайте посмотрим, что тут есть. Германия. Вау, не, ну это прикольно. Давайте посмотрим с вами Америку. Это Американская конфедерация. Это у нас Америка обычно. Это у нас что? Это у нас Американская федеративная республика. Так, ага. Ага, тут, в принципе, все социализмом. В принципе, это довольно прикольно. Возможно, даже если мне понравится мод, я сниму прохождение. Да. Так. Окей. Age of 1905 год. Это что? Я что-то не понял. Так, давайте немного микро. Вот так вот сделаю. Как-то его отодвину от своего рта. Вот так вот. Это что? Типа это 1930 год, только с Российской империей. Не понял немного, но ладно. Интересно, флаги, кстати, прикольные. Надо бы своим модом заняться тоже. Кайзер Рейх. Я, конечно, сори, но мне... Я, возможно, вообще с мозг сломаю. О, что по цветам? Что это? Не, я это вырубаю, пацаны. Ну, Вторая мировая, Red Flood недоделанный. Ну, хотя бы какой-то есть, давайте посмотрим. Серега Мекта, автор. Очень долго прогружает. Ну да, тут, в принципе, бровки есть незаселенные. Вообще прекрасно. Генерал-губернаторство. Ага. Прикольно, так, хорошо. Давайте с вами еще пройдемся по сценариям. Советско-польская война. Обожаю такие сценарии. 1918-20 года, прям вот обожаю, мне нравится. Еще хотелось бы видеть такой же сценарий, только ну, 20-й и, возможно, 22-й, когда уже гражданка в России закончилась, был Советский Союз, то есть вся вот такая фигня. New Revolutions, если вы смотрите этот ролик, обязательно сделайте такой сценарий, и я, возможно, сделаю прохождение. Ну, здесь Октябрьская революция, в принципе, Великая война, Great War, не будем смотреть, и 53-й, но там капец по границам, я уже вижу, поэтому давайте не будем с вами. Давайте с вами отправимся в сценарий. Не знаю, какой мне сценарий понравился, я даже не могу знать. Давайте, в принципе, советско-польская война загрузим. Так, мне стикеры на телефоне мешают, на чехле, поэтому немного буду не так держать телефон. Так, давайте с вами... Ой, СССР в войне, да, сейчас? Нет, не в войне. А, вот он, Советский Союз. Он... вооруженные силы Юга России, Тамбовская. Ну да, здесь прям... Окей, давайте с вами поиграем за Веймарскую Республику. Так, давайте с вами поставим сержант. Обычный... Так, скорость игры давайте поставим на минимум. Агрессивность, ну пусть такая останется, погнали. Я хоть, ну я начинал саудский с телефона, как бы, сори за такие лаги, но это уже ничего не поделать. Вот, я начинал, короче, играть с телефона в аудскую, и я прям было супер удобно в нее играть. Сейчас я вообще разучился на телефоне в нее играть. Да и на ПК тоже, так как я в нее давно не играл. Так, исследование, ага. Попал, yes. Так, 59 тысяч. Что здесь? Ага, да. Я понял, что здесь. Давайте посмотрим наш тип правительства. Нет, а как открыть? А, вот.
законности правительства реакционизм. Что он дает? Доход от налогов, имба. Не-не-не, доход от производства качать лучше. А, все, да. Вроде металлургии, да, есть? Да. Вроде где-то еще есть, не? Инфраструктура. Ну, управление давайте тоже с вами подубавим. Так, сколько у меня уже осталось? 8. Давайте доход от налогов тоже прокачаем. Все. Прекрасно. Давайте с вами армию распустим. А как тут армию распустить-то? Вроде тут, да? Ага, распустить армию. Давайте попробуем пропустить один ход. Я не знаю, сколько он будет у меня идти. Вроде быстро. Меня это уже радует, так как на телефоне у меня в основном долго ходы идут. Так. Ну, подлагивание, это, в принципе, у меня всегда было на всех телефонах, я не знаю. О! Сейчас, скорее всего, в тяжелом положении, хотя не в таком, как в 1919. Ну, можете сами прочитать, я, возможно, сделаю прохождение. Вот, можете прочитать, то есть поставить на паузу. Хорошо. Так, давайте с вами налоги все-таки подубавим, а точнее вырубим их. Значит, что, давайте посмотрим с вами идеологии, а именно... Выборы еще не начались. Да блин, нельзя, я вспомнил. Это же Bloody Europe, спасибо. Я не очень-то люблю Bloody Europe, он меня периодически бесит, знаете ли, то есть... Блин, какое светлое изображение на ПК, я прям кайфую, а тут вот на телефоне темное. А, может мне... Так, да, я вам немного спалю. Во! А, все, даже светлее, чем на ПК теперь стало, ладно. В принципе, профки здесь... Стандартные от Сига, в принципе, упрекать за это я не буду. Так, сейчас я, так как на телефоне пилить профки нельзя, что очень печально, знаете. Что это сейчас было за лак, ладно. Вот. Давайте с вами. О, слышь, давайте Рейланд захватим. Блин, мне же придется сейчас так долго париться с армией из-за ресурсов. Я прям кайфую, спасибо. Просто я в свой мод лично, когда я буду им прям заниматься, реально, я не буду добавлять код Bloody Europe, я лучше свой код создам какой-нибудь, если вообще смогу это сделать. Вот, так. Я как... Ага, вот. Так, начать ассимиляцию, нет. Используют автоплан, мобилизация населения. И где они у нас? Вот тут, да? Ага, понял. Сколько денег потратила, неплохо. Значит, давайте всю армию переместить в... Не, давайте все-таки вот сюда вот. Не, вот сюда вот, да. Ага, переместись. Сюда, сюда. Я кашлю немного, я подпалил. Так, мы пятое место, кстати. Надо бы Германию здесь немного подубавить, как бы. Она была в таком кризисе прям огромном вроде. 0%. А что за баг? А, не, все нормально, ладно. Просто думал, баг уже словил какой-то. Это было бы ужасно. Я потихоньку убавляю, чтобы не было каких-то лагов. Что? Ну, я не удивлен, просто знаете, здесь в Аотске пешкоедство прям распространено, поэтому, ну, я не удивлен, то что СССР просто пешкоедством, ну, убили нахрен, поэтому, ну, я не удивлен, знаете. Да и Польша потихоньку седает, ну, Польша и так выигрывала, в принципе, но не сказал бы то, что прям часто. Ну, иконки, кстати, красивые, ладно, соглашусь с этим. Там реально прикольно. Давайте просто нападем, я не знаю, уже что-нибудь поделаем. Просто немного скучно мне играть в Аутску на телефоне, да и в саму Аутску тоже. Сори за такой, возможно, короткий ролик, возможно, длинный, не смонтированный, постараюсь его смонтировать. Вот так вот. Она нас атаковать вроде бы не должна, да, типа, я не знаю. Не играл в Code Bloody Europe. И вообще в Аотску на телефоне. Хотя она ничем не различается, но все равно. Нет, ест, ладно.
Ладно, ест. Ну, давайте их здесь закроем. Вот так вот. Потом вот так вот. Одну пробку пропустил, там еще 20 тысяч. А, тут 11. Угу. В смысле, я же отправил. Интересно, ролик у нас прям вырисовывается. Я прям кайфу, да. Я, возможно, громкий, если я убавлю на монтаже, думаю. Короче, я проиграл. Так, давайте я убавлю. Вот так вот. Посмотрю запись. Записи 10 минут. Это уже много. Давайте я, в принципе, ну, вот так вот, ладно, оставлю. Ну, следующий. А, еще не все, да? Угу. А, ну, давайте выйдем. Я не знаю, что еще обозревать в моде. Сори. Я не прям такой чел, который прям жестко обозревает моды. Ну, тип карты один здесь, типа, что еще обозревать? Сценариев достаточно. Мод красивый. Ну, я логи не посмотрел, так как и хрен посмотришь, Блади Европ без рофла. Ну что, пацаны, какой же сделаем вывод из мода? Давайте немного вот так вот сделаю. Мод хороший, советую ли я его скачивать на телефон? Однозначно, да. Ивенты, блин, надо было ивенты проверить, но на телефоне их очень прям ужасно проверять долго. Просто могу сказать, они здесь есть, уже как бы в одном сценарии, то есть информационная справка есть, меня это уже радует. Хотя бы сколько-то ивентов есть. Вот. Скачивайте, да, то есть прям кайфуйте, скачивайте реально мод, он заслуживает своего внимания. Вот. Что ж, вы были на канале Фурис. Удачи, пацаны, всем пока.